Всем большой привет! Сегодня, если вы отправляетесь смотреть хоккей, то вы не промахнетесь мимо Челябинска. Праворукий. Так, вот здесь вот Шабанов. Это очень опасно. Шабанов пытается обыграть и обыграл. Все-таки под щитками Иванову спокойно шайбу положил, безо всяких проблем. И трактор забрасывает третью шайбу в регулярном чемпионате в меньшинстве. Но вот здесь забег на скорость. Ткачев шайбу пульнул, понимаешь, там Шабанов, что он побежит. Забег на скорость против Соловьева. Шабанов его выиграл. И дальше все сделал. Просто переложил на неудобную. Это нормально. А вот Юртайкин как будто бы из этого звена упадает. Но он отвлекает на себя внимание. Гол. Шабанов забивает. Это дубль. Ну и Телегин очень вовремя, да, клюшку выбросил и успел бросить поворотом. У Телегина получилось сместиться в центр и нанести бросок с хорошей позиции. И здесь сложно было голкиперу Адмирала проконтролировать свой отскок. И шайба отскочила прямо на клюшку к Максиму Шабанову. Но вот здесь... Здесь защитники помогают очень вовремя. Еще один опасный бросок. Добивание, пустые, гол. И кто опять? Ну, Сошников, по-моему. Совсем неудачно здесь Адмирал действовал в своей зоне. Как видим, Сумбург, здесь Шепелев подключился к атаке и очень удачно это сделал, 16-й номер. Но и в итоге бросил, и Сошников там сыграл на добивание. Третья заброшенная шайба Сошникова в сезоне, 10 набранных очков. Что неудобно для Адмирала. Ткачев, наброс, хороший перевод и гол. Ну, Шабанов, хитрик, конечно. Да, браво Максиму Шабанову. Здесь Ткачев. Передача туда под ворота на Попова, а Попов уже отдал тонкую передачу на Шабанова. Да, и Шабанов здесь как здорово сумел открыться. Вылез на пятак из-под игрока Адмирала. Ну и 4-0. Да не будет. Так, и здесь пятая залетает. Классная передача из-за ворот, и там в касание бросок. И вот где там шайба Сошников прошла? Сошников, да, забил? Да, Иванова поменяет. Давай смотреть. Здесь Робинсон поборолся, кстати, отвоевал шайбу. Отдал пас Калинин. Какой великолепный пас из-за ворота. Из-под Метальникова забивает Сошников. Ну и вот у Иванова, ну вроде все там закрыто. Мышь не проскочит, но шайба проскочить может. Где-то, наверное, подо льдом. Еще одна залетает. 6-0. И опять вот здесь вроде все перекрыто, но сегодня просто день трактора в Челябинске. Ну вот спокойненько так пришла шайба к Боуи. И вот он так спокойненько бросил, и бах, и гол. Да, Дэрон Гучинцев, кстати, автор голевой передачи. Ну и сегодня видим, что дальневосточная команда развалилась. Но Шевченко забивает. Шевченко забивает. Шевченко с передачи Лисовца, причем ты видел, защитник Лисовец был вообще за воротами. Именно он делал эту передачу. Лисовец доставил шайбу на пятак, и вот... Юртайкин и Шаров там были вдвоем. Ну, из-под Шарова был произведен бросок. Вроде бы он клюшку-то контролировал, но Шевченко сумел все же нанести бросок в сторону ворот, и этот бросок оказался результативным.